Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем независимости. Как сообщает официальный сайт главы Российской Федерации, в Телеграме президент высоко оценил успехи нашей страны в социально-экономическом и научно-техническом развитии, а также рост международного авторитета. Российский лидер отметил успешное развитие двусторонних отношений и выразил уверенность, что стратегическое партнерство между нашими государствами впредь будет только укрепляться.